Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, из какой вы компании? Я представляю компанию Design Studio Style Home. Мы разрабатываем полностью дизайн интерьера под ключ. Подскажите, пожалуйста, чем ваша компания отличается от конкурентов? Мы отличаемся от конкурентов то, что мы клиенту предоставляем полный пакет услуг от момента разработки идеи интерьера и полной ее реализации. И можем предоставить клиенту полностью спектр услуг под ключ. А как вы охарактеризуете ситуацию, которая сейчас происходит на рынке? Есть спрос на ваши услуги? Спрос всегда был, он и остался. Как люди делали ремонты, так они и делают. А здесь, на самом деле, сейчас просто выигрывает сильнейший тот, кто вкладывает силы как в рекламу, так и в сам продукт, тот, который разрабатывается. Скажите, пожалуйста, а какие запросы сейчас у аудитории? Вот что вам говорит клиент в основном? Что он сейчас хочет видеть по результату? Ну, первый момент, о чем клиенты переживают, то, что сейчас с учетом всех моментов, которые у нас идут с февраля, по поставкам именно европейских фабрик, да, но с учетом уже нашей привычки, мы нашли альтернативы нашего российского производства и закрываем эту боль, что мы предоставляем поставщиков, которые изготавливаются у нас в России. Ну и, наверное, основной момент, который сейчас обсуждается, это обсуждение именно финального бюджета, когда мы заходим на разработку интерьера, потому что это для людей важно, и стараемся его придерживаться. На каких-то моментах мы стараемся оптимизировать, либо какие-то моменты как бы упрощать, если же клиенту нужна экономия именно по финансовой части. Поняла, спасибо вас. А подскажите, вы впервые на фестивале ProMediaTech? На этом фестивале, да, первый раз. Какие у вас впечатления от фестиваля? На самом деле приятные. Хочется отметить, что даже оформление стендов в этом, вот именно вот сегодня, да, есть очень много интересных, где вложен дизайн, где люди показывают именно тем, чем они отличаются от других конкурентов. И это очень радует, что при даже сложных моментах сейчас на рынке люди креативно подходят к рассказу о своей компании, да, тем самым привлекают себе новых клиентов. А некоторые делают обычные стандартные стенды, не привлекая дизайнера, и на фоне других выглядит очень скудно. Вот, собственно, как бы первый приоритет – быть сильнее других. А какие у вас ожидания от фестиваля? Ожидания на самом деле, что наш уровень дизайна и рекламы будет расти, потому что долгие годы мы находились в какой-то тени. И сейчас люди начали задумываться о том, что для того, чтобы даже делать стенд, нужен дизайнер, да, чтобы он продумал концепцию, чтобы привлечь больше аудитории. И это дает именно толчок рынку, что люди начали об этом задумываться. Это уже круто. Скажите, пожалуйста, вы планируете посетить фестиваль ProMediaTech в следующем году? Я бы с удовольствием посетил, посмотрел, что нового, потому что для любой компании вообще полезно посмотреть, во-первых, как люди себя позиционируют, ну и вообще, что нового на рынке при рекламе и по привлечению новых клиентов может быть, и найти новых партнеров. Мы с удовольствием встретимся с вами снова. А сейчас всего доброго, до свидания, удачи вам в делах и в бизнесе.